Алкоголь не до добра доводит, а до столба. В воскресенье, примерно в половине третьего дня, водитель иномарки, который двигался по улице Декабристов, не справился с управлением и врезался в световую опору. К счастью, мужчина, находившийся за рулем, и сам серьезных травм не получил, и других не покалечил. Как выяснилось, в ходе проведения проверки по данным ДТП водитель в данной автомашине находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен протокол по статье 12.8 части 1 Административного кодекса Российской Федерации. Его ждет лишение прав управления, а также административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Водителей, которые не прочь выпить и сесть за руль, не пугает печальный опыт других. В ходе профилактических рейдов в выходные дни сотрудниками ГИБДД было выявлено 28 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Трое водителей за данное правонарушение попали в поле зрения инспекторов повторно.